Приветствую. Сейчас покажу, как на Realme C30 стереть историю просмотров в браузере. Итак, как вы видите, я только что посетил два сайта, а теперь попытаюсь это очистить с истории. Нажимаем на троеточие, нажимаем «История», видим эти два сайта. Нажимаем «Очистить историю», выбираем за сколько времени, удалить данные, удалить, и все. История очищена. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.